читаю стихи из своих книг. Книга стихов «Междудождье», часть седьмая. Мой дом. На все свои, и время, и не время. Гудит пространство на ветру звеня, и за окном не солнышко, а темень, и не стекло в моем окне, броня в подкорке ждать, не дожидаться. Сдула пылинкой жизнь, вот выдался денек. Мой дом взорвался запоздалым гулом. Какой от гула в моем доме прок? Внуку просто встал и пошел. В окне солнце светило, и пошел-то под стол. Но ведь было же, было, а потом раз, два, три, только пыль под ногами. Ну, внучочек, расти и здоровьица маме. Протри глаза, нечаянность не может быть причиной. Одна слеза не море слез, и море не пучина. В окне рассвет, холодный, теплый, просто солнце скачет. Все это след попал, наверное, братец, под раздачу. На стыке дней, ночей, как без души, пространство стыло, как там, на дне. Все видно, как в безумном сне, немило. Протри глаза, причина есть, она проста, как вера. Двойной азарт, быть не последним, а для виду первым. Рассеян свет на пятачке судьбы, волнительно и пусто. Молчу у жизни на крючке, ведь смерть не пробуждает чувства. Но растворится ли печаль, она как прежде одинока и не исчезнет невзначай, ни к сроку и никак до срока. Отголосок. Растает снег, февральским отголоском в потемке сгинет и осенний лист, и горизонт растянется полоской, не сразу вникнешь, где там верх, где низ, в колодце дня утонет солнце тихо. Пропащий вечер убедит во лжи, законопатив напоследок выход. Останется во сне всю жизнь прожить.